языками этого артиста, запоминал все слова. И я помню, что мне очень нравилось, как музыканты представляют друг друга. И, конечно, никогда там, лет 20 или 30 назад я в здравом уме не мог представить, что мне удастся эти сказать слова, которые говорит обычно Александр Кутиков, а говорит он всего простые три слова. Гитара Андрей Макаревич. Добрый вечер. Прежде чем зазвучат чарующие звуки музыки, я хочу сказать два слова об этом проекте, чтобы вы понимали, что вас ждет, и чтобы кто-нибудь, не дай бог, не крикнул: «Андрюха, ну пой давай уже». Значит, совсем недавно, а на самом деле уже несколько лет назад, а мне позвонил Ильдар и сказал, что с его точки зрения, как джазового музыканта, песни «Машины времени» заслуживают вот даже такого инструментального прочтения, как некие джазовые стандарты. Мне было лестно это услышать. Я ему сказал: ну вот давай и делай это. Нет, сказал Эльдар, мы это будем делать вместе. Дальше мы это сделали, как это принято сегодня в мире. Он записал свои партии в Питере, прислал мне треки. Я записал свои в Москве. Потом мы свели это дело, получилась пластиночка, и я думал, что на этом все и закончилось. Потом этот же неугомонный Эльдар позвонил мне и сказал, что давай попробуем это сыграть на людях. Я долго отбрыкивался, мне казалось, что он меня вытащил в Питер. Концерт прошел с неожиданным для меня успехом. И нас стали приглашать сначала в Питер, потом опять в Питер, потом в Москву, потом еще куда-то. В общем, периодически мы с этой штукой ездим. И вот сегодня приехали к вам. С чем я вас и поздравляю. Словно пес с цепи, и поднимусь к облакам. Я войду в облака, моя страна далека. Но я найду тебя там. Картонные крылья — это крылья любви. И весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход. А я так и быть на закат. Thank you.
умею.